Да чё ты у него забрал, блядь, 4 полоски нахуй. Таркус, Мудлакус, блядь. Хули не спас. Блять. Я опять немощный, да? Что делать? Надо погриндить немного, блять. Что-нибудь пиздатое найти, блядь. Зря я, по-моему, копье прокачал, наверное. Хотя ладно, хуй. Ого. Быстро. Сука, я хоть ваншотил их, блять, но пиздец, ёпт-факт, они... Жесть, какие сильные. Все равно. Сейчас медленно. Ваншот, блядь! Вот бы с ящерицами бы так. Нравится. Бля, пока я левелап на соскребу, блядь, я сдохну нахуй. Так мне кажется, или что-то душ не дают за них уже. Перевести душ. Или может просто я что-то уже большего ожидаю. С них таки вообще, я не знаю, по 20, блять. Пиздец, как много, конечно. А, смотри, 24 падает. Кстати, судя по всему, этот голем преграждает меня к проходу в Анло... Орлон Вандо, блядь. Орел Вандо, блядь. Ох ты, ёпта мать. Ты откуда, блин, тут? Вот, так что это дело принципа, пожалуй, одолеть этого блядского голема. Глядишь, может я смогу найти там торговца какого-нибудь, который там полезные финтиплюшечки мне скинет. Кто бежит? Бегуть. На цена у этих долбоебов упала, что пиздец. Бля, не, ну не оборзел он, а. Темный щит. Ва. Экс. Во. Здрасте.
Он от почти... Бля, он чё, ёбаный в рот. Это чё, шутка нахер? Нормально, берем. Бля, какой. Погоди, а у него какие-нибудь металлический щит полых солдат, покрытый ржавчиной, но прочный, обеспечивает хорошую защиту. Да, блять. Еще стабильность. Стабильность это мне да. На, нахуй. Кто-то почему им похуй, блять, просто-напросто. Щит-то у них пиздатый. Ну или может потому что там акт проходит по этому щиту, блядь. А из-за кривого, из-за кривого этого, блин, красиво. Регистратора попаданий, блядь. Система думает, я бью, блядь, эти, блядь. А, система думает, я, блядь, бью щит, а на самом деле я-то бью... На самом деле я-то бью этого, блядь, щитоносца, блядь. Не, ну смотрите. Хотя, это может из-за того, то, что это... Он походу копьем от щита, блядь, бьет. У копья же это. Такое свойство есть, блядь. Бить от щита. Вот и он, походу, им пользуется. Этой особенностью. А я, блядь, до сих пор не понимаю этого. Две тысячи шестьсот за одну вылазку, блядь. А сколько мне там на левелап? А хотя нет, погодите, тут же еще. Абрыганцы. Хоть и мало. Да блять, нацелься нахуй. Ж не вижу никого. Хоть и мало, но. Все-таки тоже души. Уже побольше. Да, впервые призвал фантома и обосрался на ну как обосрался, ему-то похуй бы на... А я вот зато обосрался. Жалко, нету тут какой-нибудь такой функции скрапа, что ли, я не знаю, чтобы можно было бы разобрать вот это вот оружие там на материалы хоть какие-то. Банальный крафт, блядь. Разобрать, собрать, всякое прочее говно. Не, ну, блин, потому что... В этой хуйне явно какие-нибудь там, ну не знаю, может и не осколки титанита, но может хоть какие-нибудь там осколки чего-нибудь будут там. Ладно, хуй с ним, пусть хотя бы, я не знаю, там осколок один на десятерых, что ли, на пятерых. Ну хоть чтобы попадало, блядь, это пиздец какой-то. Две тысячи семьсот восемьдесят. Хорошо. Так, для левелапа мне нужно 1100. И это значит получается у нас сколько? Пять вылазок. Одну я уже сделал, значит надо будет еще 4 раза пробежаться.
Ой, блядь. Вопрос, что нам прокачать? От стамины толку нету. Ну как, не то, что именно толку нету. Много толку нету, блядь. Ой. Неплохо было бы, я не знаю, силу как-то прокачать, что ли. Типа, серьезно. Сколько она это даст? А, даже не показывалась. Обидно. Погоди, а у меня есть расходники там на душ? Или я все всрал на них? А, нет, смотри, одна есть. Вау. Сколько надо найти. Да, блин. Такого гандона вон там, блядь, 500 дают, блядь. Заебись, нахуй. Вот так надо и змей пиздить, блин. Вот как от такого эффекта добиться, я хуй его знаю. Надо как раз таки, по-моему, силу и левел апать. Ой. Куда? Лежать здесь, блин. Суки, осколки дропните, блин, а? Чё такие шмоты, блин? Найс. Вот, понимаю, первая встреча. Блять, на клаве и мышке таргет вообще топорно работает. Я вот не знаю, конечно, как на консолях справляются, но, блять, на клаве это ужас. Да, вот это спросил. Парирование, ёпта. Все, по сути, левел ап есть. На все тут нажали. Да ну, у меня 15 тестусов куда тратить надо же. Это даже получается сильный удар какой-то, блядь, отсчитанный, я вообще не понимаю. Потому что, ну не знаю, у меня он как-то быстро делал, а этот замахивался. Может это как раз для упрощения для меня, что ли?
Интересно, сколько левелапов мне надо сделать, чтобы он так, вот так вот, блядь, не перекатывался, как тюлень на это. Вообще чисто похуй, блядь. Просто, блядь, встречаю его, блядь, пиздюлями. Интересно, какая локация в фарме более лучшая? Вот это вот? Или все-таки... Хотя нет, там вот рыцари, блядь, по 600. Где-то там, я не знаю, 4, блядь, или 5. Это вот хороший грин. Правда, и затрачивай меня надо, у меня человечность, блядь. Срал я свою человечность, нахуй. Обязательно нахуй их надо в таргер взять, а ее, блядь. За три фляги, блядь. Когда забрались. Изи. Погоди, блин. Да, вот мне интересно в натуре, как, блядь, из этих душ уникальное оружие вообще делается? Оружие из душ. Уникальное, блядь. Вот у меня, например, две души. Как мне, блядь, сделать оружие, блядь? Уникальное оружие в игре Dark Souls, создаваемое из душ боссов. Ковать эти предметы может только кузнец-великан из Анор Брандобли. Кроме души босса, нужна основа и 5000 уплату ковки. Блядь, это заебись. Ёпта. Мне нужно... Оружие какое-нибудь взять, ёпта. Сломанный прямой меч, рукоять прямого меча. Да, небесный. Артур. Проклятый меч Артур. Бля, это значит, что получается? Мне надо выбор. Мне надо выбирать, ёпта. Да ну нахуй.
Бля, так, значит, что получается? Катана, блядь. Где катану я вам найду, блядь, суки? Вот, например, ути гатана, блин. Ути-пути, вот так. Где нежить торговец, Шивасот. Одна из четырех катан в игре Dark Souls. Катану знаю. Будет продавать Шива с Востока за 5000 душ после того, как уйдет в Черной город. Падает с нежити торговца в городе нежити. Нежить торговец. Это тот пиздюк, блядь. Сушеный палец, что это дает? О, блядь! Торговец! Готовь свою жепу! Знал я, сука, то, что надо его было отпиздить, блядь, рано или поздно. Блядь, идти, не идти, ебаный в рот. 13 тысяч душ, нахуй. Не-не-не-не, лучше засейвиться, да ну в пизду, блядь. Ну ща, блядь. Я знал, сука, знал, нахуй. Хотя, погоди, у него там еще всякое говно, блядь, продается. Может, купить для начала его, а потом отпиздить. 13 тысяч душ, это все-таки конце концов, блядь. Ай, ладно, блядь, ладно. Потом нафармим, блядь, их. Сейчас надо найти этого пиздюка и... Жопу. Ну, для начала, конечно, выкупить там все, что у него есть. Возможно, толкового. Ми-бум. Вот все, банально за пробежку, блин, хули ему не начисляется никакая стамина, там, к выносливости или еще что-то. Концерт, концов, хера себе, сколько я всякого говна таскаю, блядь. Здрасте. Ай ты, сука. Кого? Нихера себе! Так, погодите, блядь, это как так-то? Бля, у меня проблема со зрением или чё нахуй? Этот пиздюк вернулся, блядь, пиздец. Я прям по тебе соскучился, нахер. Спойлер нет, блядь. Пшон нахуй. Драгу и то повеселей какой-то. О, ключ от подвала, нихуя себе. Кто тут у нас? Блядь, блядь, так давайте еще без крысы, без всякого прочего говна. Пиздец, новая локация, блядь. Вернулся старую, открыл новую. Давай, нахуй, скажи мне, что это новая локация какая-то. Удобно.
Ради андавит мохот якане. Цади кое мод. Чабука сакане раунда. Даже сильный удар в прыжке он парирует, блядь, от этим пляским щитом. Ну что это за гандон, а? Полюбас что-то в этом сундуке, а этот сундук, он за этой запертой дверью, я так правильно понимаю? Да. Интересно, эта запертая дверь, она случайно не ключ от... Погоди. Блять, там чё-то... Бля, по-моему, этого торговца ключ к этой закрытой двери. Типа его убить надо на торе. Поощрение за убийство торговцев. Ну-ну. Эх, а когда-то эти пиздюки были для меня огромной проблемой, а теперь я их ваншоте просто пиздец, только входит. Но, блять, вот эти вот засранцы, они до сих пор моя проблема. Щитоносцы. Юбка полового воителя, блять. Хорошо, 15 тысяч. Что бы у него там ни было, считайте это куплено. Это, конечно, толковое. Да, блять, а! То ты разгоняешься по-человечески, то нихера не разгоняешься, а бегать ты по-нормальному, блядь. Ты ворот, долбоёб. О, там ты. Где ты был? Я думаю, ты бы хоп на твиг, for certain. Да, shows what I know. Я предсказываю, что тебе пришла крышка. Проверяйте, блядь. Хорошо. Да, ты тоже. Хорошо, ты воспользование. Хорошо, если сейчас станете воспользоваться. Хорошо, ты подпишешь. Вот так. Не требует моя черная ящика. Если смогло это препятствие, будет восстановление эстоса. Это талисман использует клирики рыцарей от Салоида для охоты на нежить. Препятствует восстановлению эстоса в некоторой области. Нет, во внешнем мире нежить проклята. Клирики рыцарей Ройда получают щедрое вознаграждение за охоту на нежить. Это благословен талисман дает нежить восстановиться и рыцарям с него стараться. Это, конечно, мне надо было раньше использовать, ну ладно, купить точнее, ну ладно, пусть. Я уже тут не приду. Вообще.
I'll teach you, you lousy rat. Yulia! I mean, little Yulia. Характеристики не позволяют эффективно его использовать. А что там за характеристики-то? Ловкость, блядь. Вот так. Я же сказал, ему пришла крышка, а ему пришла. Вот. А зато я правитель получше него. Я предвидел его смерть. Его жалкую смерть. Погоди, блядь. Поскольку мы тут. Прокачаем ему силу. До этого сколько там было? Я заметил. Оба ложитесь, блядь. Интересно, а эта херня значит что получается? А, нихера себе. Это что, расходник? Хорошо, что я его в свое время не купил. Очень хорошо, я бы сказал. Он сдох, да? Да, сдох. Вы хотите сказать на полном серьезе, что тут живут эти жмуры, что ли? Я что-то понял. Вот то, что полые, типа, блять, а это как раз эти мудаки как раз такие полые, блин. Интересно, а нафиг как забраться? Мне вообще похуй на вас. Так, чё? Чего нет? Ну-ка, давай посмотрим, что это. Ну, какой черт. Золотая смола. Во время боя, типа, отремонтирует оружие. Полезная хрень, полезная, да, базара нет. Бой веков, блядь. Иди сюда, отпёздал. А, нахуй. Всё, всем я наравлю в жопу, как мы свою дали барду.
Правильно, чтоб даже если они бы выжили, блядь, хер бы они смогли просраться по-человечески. Погодите-ка, помнится, там наверху тоже какие-то такие двери закрытые были. Может, сейчас вот, поскольку у меня есть этот засранный ключ, может, сейчас получится их открыть. А, бля! Я чуть, блядь, сейчас не очканул, просто пиздец. Нахуя? Это вообще глупо. Ай ты, пидораса сына. Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу, блядь. Не забудем то, что там у стального голема все еще маячат мои души, блин. Довольно в хорошем количестве, блядь. Хочу заметить. Учет подвала старожилой башни. Блядь, вот говорил же, ёб твою мать, блядь. Насобирал всяких ключей, блядь. Вот и пиздец. Какие-то... сраные закрытые двери, теперь у меня открыты, блядь. Не такой непринужденный бэктрекинг, блин, а. Получается у меня. А это кто? Друг, дружище любезный, а вы какие какой-то такой, ну... О, блядь. Он сильный. Базаре, все. Сомнений нет, вы сильны. Бэкстап. Да-да-да, через щит, ёпта. Правильно. А вот смотрите, а вот к него прошел дамаг, блядь. Потому что более-менее не по-хуистически он сделан, блядь. Интересно, что ж ты тут охраняешь такого? Ва, блядь. Нихера себе, сколько стамины сносит. Не был бы, блядь, я прокачанным, я бы тут сдох. Но мы тут более-менее... Но я тут перед тобой в более-менее равных условиях. Сука, давай, блядь, станься. И на тебе бэкстап. Интересно, что это за чел? А может он мирный? Почему я его пиздил? Хотя мирные люди, блядь, с пиздюлями не встречают нахер гостей. Блядь. Так, правильно. Что говорить? Он крепкий. Крепкий попался мини-босс. Ой, блядь. Куй, ёпта. Предательский удар в спину. Кольцо Хавела. Только не говорите, что только это и есть клад, блядь. Что это такое? Увеличивает количество переносимого снаряжения. Но не увеличивает количество грузоподъемности, да?
Нихуя! Наоборот. Пиздец, Киану увеличивает, блядь. Ага. Ебануться, доски гнутся, блядь. Можете это поверить нахер? Я, блядь, я теперь хуй озеро темных камней. Пиздец, блядь. Это что за шорткаты, блядь? Тут, оказывается, присутствуют. Капец, блядь. Прям выход к боссу. Ай, пошли вы нахуй. Вот. И смотрите, в чем прикол. Спустился сюда. Темно, бля. Darkness. Хера не видно, блядь. Вот сейчас вот поднимусь наверх. Я и вы охуеете. Не, ну это заебись. Я сейчас могу нагрузиться хоть куда, блядь. Теперь даже вот такая огромная броня теперь для меня не перышко, блядь. Заебись, кольцо я нашел тут. Ладно, ладно. Ладно, за счет. Засчитывается нахер. Теперь я, блядь, бегу. Я все бегу. И я бегу. Я бегу, блядь. Там что-то... Нет. А, это, блядь, выход на крышу. Что за хуй? Чё я пытаюсь найти? Во, блядь. Эта хрень заперта, зато вот отсюда можно подняться. Здрасте. Ну да, вот смотрите, вот это вот как раз вот лестница, я залочена этими да, досками. Не, ну заебись. Я все бегу, я бегу. Я все бегу, я бегу. Я бегу. Ёпта. Вот только вот вопрос, что делать с этой блядской красной жопой хуйней? Опять его провоцировать, что ли, на хер забить, блин, и просто так вот пробежать. Он нагреет меня, блядь. Я знаю. Блядь, неохота как-то рисковать. Давай. Блядь, злюсь. Халк злится. Красная жопа Халк. Где он? Не понял. Я не понял. Тебе вообще похую, типа, да? То, что, например, здесь там народ. О! А, бля! Здрасте. На круг пошел. Давай, пока ты этот круг делаешь, я, блядь. Вин козлина свое дело не делает, блядь. Смотрите, что он вот пропустил целого огромного, блядь. Сука, мать его, драхона. Капец, блин, на работе, блядь. Кайфует на работе, блядь. Интересно, того дракона отпиздить можно будет как-нибудь? Ну, потому что, блядь, я базарю.
учитывая, что это за махина такая, блядь. Полюбас, там хороший лут сбрасывается с нее в виде туши. А я не знаю. Какое-нибудь оружие драконоборца уж точно не помешало бы. Да-да. Следующий. Я видел, там один щитоносец, блядь, пробегал. Ну нахуй. Ну нахуй. На, блядь. Вообще похуй. Прыгай. Прыгай, сука. Да, блядь, я не знаю. Хорошо, что они, блядь, свой нож не используют, блядь. А то было бы плохо. Так, удар в прыжке, блядь. Неплохой бы дамаг мне нанес. Даже сейчас. Тогда он бы меня вообще нахуй убил бы, полюбас. А сейчас... Ну, а сейчас мне похуй вообще. Сейчас я могу, блядь, пойти против тех бомжей, блядь, и... чистым огромным похуизмом на лице, блин. Ну, не то, что именно с чистым огромным похуизмом, но более, более-менее похуизмом. Мог пойти туда. Угу. Тунц, тунц. Тунц, тунц. Тунц, тунц, блядь! Неожиданно, не правда ли? Так, 2700. А, блядь, они уже начались, кстати. Обидно. Я не знаю точно, навряд ли я, по-моему, наскребу. Но... по крайней мере, у меня пиздатый этот появился. Ферзь. На пальчике. Осколок кидай, сволочь. Немытая, блин. Жалко, заклинатель больше не появляется. Я бы на нем тоже бы нафармил. Значит, на утикатану... Блять. Значит, на утикатану неплохо было бы нас соскрести с ловкости, да? Ну, не знаю, не знаю. Кого? О, блядь. Кстати, я в крит... Я у меня это... ужасно со здоровьем. Погодите. О, сейчас, а теперь можно. Ой, как это работает, хуй его знает. Блин, хватит. Вопрос интересный. Ой, твою мать, а. Ну что за хуйня, блядь, а? Прикол, кстати, если мне тоже нельзя будет использовать Эстус, а? Я же полый, тоже, как и они. Я же, по сути, тоже нежить. Тоже я, по сути, своей обрыганистой. Да, не густо, блядь. Не густо. А ты что, друг мой, предложишь мне? На-на. Давай. Блять, не ваншитился он бы за просто, я бы тебя отпиздил бы за такое. Ну чё?
Можно теперь пойти к змеям, я хуй его знает. Если, конечно, вот левел апнусь. Если не левел апнусь, ну там чуть-чуть надо будет, я не знаю. Вот с этих скелетов хватит, по-моему, будет. Самый минимум расчет 250 с этих скелетов, как по мне. Я точно не смотрел там. Сколько с них хватает. Да и душ у меня навряд ли будет, да? Ага, хуй там, блядь, они души. Кстати, вот натуре. Ну-ка. Как это вообще выглядит, блин? Типа, серьезно. Шью. И чё? А чё она делает теперь? Блять, все-таки да. Оно временно дает. Блять. Погоди, в натуре. 73. Сейчас посмотрим, что оно дает. А, блять, оно дает это молнию нахуй, нихуя себе. Временную или пожизненную? Не, все, судя по знаку, временную. Блять. Сука, временную. Мы точно определились, она дает временную зачарованность. А какой там, блять? Погоди, нахуй. Золотая смола. Редкая сосновая смола излучает золотые искры, заряжает оружие молниями. Благодаря этому становится эффективным против целей, невосприимчивых к магии и огню, например, драконов. А, блядь! Погоди, а тогда я не понял. Блядь. Ай, в пизду, короче. У меня такое ощущение, я, по-моему, зря убил того гандона. Ай, блядь, а. Идеально. Ну, хотя у Дикатана получил, отъебитесь. Ой, блядь, ой, блядь. Погоди, нахуй. Ай, твою мать! Вот, блять, вот. Классика, нахуй. И у меня получается одна, сука, смола осталась. Ёбаный в рот. Чтобы отпиздить местных драконов, блин. Ваншот, блять, ашот, ваншот. И на ком, блять, мне этой хренью попользоваться, блять? Ай, бля, народ, а может можно было на гаргульях использовать вот это говно? Вот ведь жопа полная. Хватая смола, блядь. Я чувствую, там, блядь, не хватает. Поэтому, блядь, на всякий пожарный сбегаю там за еще за желающими. Почти 200, блядь. Это он 65 заехало. Железо разве не должно пропускать молнию, блин? Что за нах? Так, давайте вернемся в наш любимый фандом и, блядь, узнаем про эту золотую смолу, где ее грести. Потому что, блядь, эта хрень довольно полезное оружие против блядских драконов, чья долина, блядь, расположилась очень-то уж удобным местом, блин.
Такс. Блять, только не говорите, что этот гандон только единственный вариант здесь, блять. Блять. Золотая смола. В саду темных корней находится. Гриб дети. А, эти пиздюки дают? Гриб ребенок. Блять, короче, пиздец, блин. Эту смолу лучше всего фармить с тех пиздюков, блин, а? С грибов. Я хрен его знаю. Не спрашивайте меня, короче. Ай, блядь. А что мне вообще от него надо, блядь? Хотя усилить оружие. А, блядь, у меня два. Вот сука. Да-да-да-да, увидимся. Эх, хорошо горит. Интересно, оно может еще сильнее гореть? Ой, главное человечности иметь, вот и тогда все узнаешь, блядь. Погнали, пиздец, сосранцами, нахер. Посмотрим, вот. А, блядь, кстати. Да-да, доэкипировано это говно. Надо быть поосторожнее. Не то еще. Опять вот зря его использую, нафиг. Давайте, давайте, давайте. Один из вас вот на середину. Да раз.
О, а эти, блядь, ни хера не работают по-человечески. 154. На, нахуй. Выпадало бы с этих тоже еще чем-нибудь. 14.99. О, почти, блядь. Вот сейчас вот бы, блядь, 11 душ. А хотя не, не 11, 10. Или, блядь, погоди. Да ебаный в рот, я запутался. Теперь сделаю. Блядь. Эти, сука. Да, минус 10. И получилась бы очень интересная цифра. Вот такой я наглый, нахуй. Ой, давай-ка сюда. Там тебя может засейвить бы давно. Ну что ты за пидорас, блядь, а? Сдохни по-человечески уже, а? Хоть ты и не человек, этот хрен опять там. О, нет, 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 сука, долбоёб, блядь! Ах!